Доброго времени суток, дорогие друзья. Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу, и мы сегодня продолжаем тему «Кому выгодна конфронтация между Азербайджаном и Арменией?». Сегодня наш гость – директор Института Ближнего Востока Авраам Шмулевич. Приветствую, Авраам. Рад тебя видеть. Добрый день. Взаимно. Нашей передаче. Авраам, сразу же такой вопрос. Вот основные игроки. Основными игроками на Южном Кавказе принято считать, ну, Минская группа ОБСЕ, это США, Франция и Россия, и еще один игрок, как бы добавочный игрок, это Турция. Насколько вот такая концепция, что вот эти игроки играют на Кавказе, она оправдана, и насколько, скажем так, эти игроки равнозначны, хотя мы понимаем, что они неравнозначны. Ну, наверное, если вернуться к теме нашего разговора, кому выгодно азербайджано-армянское противостояние, азербайджано-армянская война, то я глубоко убежден, что любая война, которая длится больше, условно говоря, года, кому-то выгодна. И она происходит именно потому, что она кому-то выгодна. Значит, если мы говорим про армяно-азербайджанский конфликт, который длится вообще столько, сколько существуют эти страны еще, ну, в современных вариантах, еще даже раньше, то, конечно, есть масса стран, которые извлекают выгоду из этого конфликта. Ну, в первую очередь, вернуться к перечисленному тобой списку, то, конечно, в первую очередь это Россия, которая, собственно, в лице еще советского КГБ и спровоцировала все конфликты, которые сейчас мы имеем на постсоветском пространстве и на Кавказе. Это совершенно не секрет, вот, что КГБ считала, и часть какого-то партийного руководства считала, что чтобы предотвратить выход республик из состава Союза, нужно спровоцировать конфликты вот в этих республиках так, чтобы они, их элиты вынуждены были обратиться в Москве, то есть к Кремлю за посредничество, и таким образом Советский Союз сохранит существование. Собственно, он такой вот системе сдвижек и противоречий, он и существовал, ну, со времен Сталина. Как минимум позднего Сталина, когда закончился маховик террора. Да? Но эта система сработала против Советского Союза. Мы помним, что именно с конфликтов на Кавказе, с конфликтов Абхазии, Грузии, конфликтов Армении, Азербайджан и последующих и предшествующих этнических чисток азербайджанцев в Армении, армян в Азербайджане, собственно, начался, и это послужило действием, спусковым механизмом развала Советского Союза. Да. Но гибистов это мало чему не научило. Они считали, что если они будут поддерживать на медленном огне такой конфликт между Арменией и Азербайджаном, при этом они будут контролировать обе стороны. Действительно, это работало какое-то время. Россия поставляла оружие, как ты знаешь хорошо, и Армении, и Азербайджану. Дипломаты там действовали. Вот. Были... Кремль выполнял как бы роль главного гаранта невозобновления войны, давил на обе стороны, Западу это тоже было выгодно. Но, значит, получился небольшой облом. На этом... Облом для кого получился небольшой? Для Москвы. Мы говорим сейчас про интересы Москвы. То есть они считали, что поддерживая на медленном огне армяно-азербайджанский конфликт, они сохранят свое влияние в Южном Кавказе, в Закавказе, как они его до сих пор называют, и таким образом также будут иметь какую-то профи в глазах ведущих игроков Запада, что вот они не допускают, что этот конфликт переходит в горячую стадию. Но произошел облом, и на этом огне, так сказать, сварился турецкий суп, и Турция оказалась, что она вошла на Южный Кавказ и, в общем, заняла господствующее там положение, потеснив Москву. То есть, конечно, даже во время последней Москвы Москва получила какие-то, то есть последней войны Москва получила какие-то выгоды, например, она практически имеет военные силы на азербайджанской территории, что не было никогда, даже в самые первые годы, когда Азербайджан зависел от России. То есть территории, на которых находятся российские миротворцы, они признаются всем, в том числе и Россия, азербайджанскими территориями. Там находятся российские войска, вот, ну, и так далее, так далее. Но при этом в район вошла Турция, причем вошла в качестве решающей силы. Вот, оказалось также, что Москва по большому счету ничем не смогла помочь своему главному союзнику
в регионе Армении, да, и вынужден сделать хороший мимо плохой игре. И все страны, которые, в принципе, рассчитывали, может быть, еще, хотя я не думаю, что очень дураков было много, но тем не менее рассчитывали, что Москва им может серьезно чем-то помочь, понимаю сейчас, что им нужно срочно переориентироваться на каких-то других, как минимум, региональных игроков. То есть при внешнем выигрыши по очкам стратегически Москва очень сильно потеряла во время этого конфликта. Но, тем не менее, возвращаясь к этому вопросу, конфликт Азербайджана и Армении выгоден в течение многих лет именно России. Россия его поддерживала всяческими способами. Теперь второй игрок – это Турция, из названных тобой, которая заявила о себе как о региональной державе, которая, в отличие от Москвы, имеет все рычаги для того, чтобы вмешаться в ситуацию, причем вмешаться силовым путем и развернуть эту ситуацию в выгодное для себя направление. Она также действует в Курдистане, она также действует в Сирии. Вот сейчас развернулась в сторону Украины. Мы помним, что Америка даже при Трампе, по большому счету, не решилась продавать Украине боевое наступательное оружие, а Турция вот решилась, причем в областях, которые в России... Ну, Жавелины-то нечего... все-таки Америка поставила. Не поставила, будем... да. Трампа... Поставила, но немножко, в общем, да, при Трампе немножко пошла поддержка, но небольшое количество. Но Байтакары, которые дает Турция, все эти оборонные соглашения, которые заключаются, это серьезная вещь. То есть Турция, хочу сказать, в том, что она обратила свои взоры, так сказать, в северном направлении, даже вошла в Украину. И тем более она вошла сейчас в Азербайджан очень сильно и совершенно к неудовольствию России. Это еще один игрок. Что касается Запада, то, в принципе, Запад заинтересован в том, чтобы этот район был тихо, спокойно, не было никакой-то большой войны, потому что придется делать какие-то телодвижения, куда-то влезать, а Запад совершенно этого не хочет. Как, кстати, видели и в ситуации российско-грузинской войны 2008 года, когда Запад, в принципе, был недоволен Саакашвили, что он втянул его в эту заварушку. Западу, по большому счету, нужно, чтобы, и то не очень это важно, но тем не менее хорошо, чтобы было, чтобы нефтепроводы, газопроводы, они работали бесперебойно, больше его там никто не волнует. Чей Карабах, чей Абхазия, чей Тбилиси, он говорит, чей Баку, это вещь достаточно вторичная. Так? То есть сказать, что Запад играет какую-то серьезную роль на Южном Кавказе, я бы не стал. Запад заинтересован в поддержке статус-кво. Да? Мы видим, что даже те, скажем, ресурсы, которые вроде бы есть у Франции, казалось бы, Франция, она контролирует, ну, Саломе, кто такая, да, французский карьерный дипломат, опять же говорят, что значительные активы у бензины лежат во Франции, но тем не менее Франция как-то особо не проявляется в этом регионе. Там мифическая роль Англии, да, это уже из раздела конспирологии, США действуют достаточно фрагментарно. Вот, теперь, но этот конфликт также выгоден и правящим режимом и Армении, и Азербайджана. Каждый по-своему. Во-первых, в обоих этих странах он используется как способ консолидации нации и как способ оправдания присутствия власти правящего слоя. Но тут оказалось, есть большое различие между Азербайджаном и Арменией. В Армении, как неожиданно для многих выяснилось в ходе этой войны, правящая элита использовала этот конфликт исключительно для личной наживы. Мы видели, что армянская армия была в каком-то совершенно удивительном состоянии начала 90-х годов. То есть я, честно говоря, лично, хотя достаточно много знал ситуации, был шокирован тем уровнем отсутствия модернизации, который был, и уровнем коррупции, то есть уровнем воровства, как эти деньги, которые вроде бы должны были идти на оборону, они разворовывались, исчезали неизвестно куда, будь то в Карабахе, будь то в самой Армении. То есть Армения оказалась совершенно неподготовленной к войне, в отличие от Азербайджана. Тут можно сказать про Алиева, что это, конечно, удивительный лидер. Я помню те разговоры, которые были, вот, когда умер его отец, причем у меня разговоры были достаточно видными, знающими азербайджанскими политиками. Они все, ну не все, в общем, были люди, которые говорили, что ну, он не справится. Вот, что папа – это Буда, а Ильхам, он, сказать, молодой человек, он не удержит ситуацию. Реально люди беспокоились. Он прекрасно удержал. И при всем том, что
конечно, Азербайджан – это восточная деспотия со всеми ее прелестями, с клановостью, с коррупцией и так далее. Тем не менее, средства, значительные средства выделяются на модернизацию, в первую очередь армии, на создание современной инфраструктуры. То есть в этом смысле Алиев смог, используя карабахский конфликт, во-первых, сплотить нацию вокруг себя и вокруг этой идеи освобождения Карабаха, и выстроить современную инфраструктуру, современные институты, которые, конечно, пригодятся Азербайджану не только в военной области, но и в мире. То есть выстроить действующий аппарат. Это без армяно-азербайджанского конфликта, я думаю, Азербайджан бы не смог провести такую модернизацию, и вполне вероятно, что остался бы на уровне такой вот восточной разлагающейся деспотии. То есть это было выгодно в достаточной степени и правящему режиму Армении, и правящему режиму Азербайджана, правда, использовали они это совершенно по-разному. Вот. Что касается, кстати, еще вопрос по поводу Азербайджана и Турции, тут ошибочно считать, что Азербайджан является сателлитом Турции, то есть турецкой марионеткой. Хотя, казалось бы, для этого и все перспективы. Где Турция, где Азербайджан, собственно, и так далее. Но тоже еще одно из бесспорных достижений Алиева, о котором мало обычно говорят и рефлексируют, что смог, во-первых, не просто не допустить превращения Азербайджана в турецкую марионетку, но и остаться более-менее равным игроком. То есть Азербайджан преследует свои какие-то цели. Кстати, Азербайджан имеет и рычаги влияния, в том числе и на Турцию, не надо забывать. Скажем, те деньги, которые вот есть у Азербайджана, они работают и в Турции, там, по, скажем, влиянию на турецкие СМИ. Известно, что Баку контролирует там определенные ресурсы, влияние на каких-то политиков и так далее. Вот интересно, кстати, сейчас на днях принят в Турции закон, который запрещает иностранное финансирование СМИ. Мы обычно считаем, что этот закон направлен против Запада, конечно. Но иностранное финансирование – это в том числе Азербайджан. Интересно будет посмотреть, как они, как события будут развиваться. Но, повторяю, вот этот конфликт между Азербайджаном и Армении способствовал превращению Азербайджана частично в каких-то областях в современное государство и способствовал, с другой стороны, консервации Армении как этого коррупционного failed state, можно сказать. Вот. Но конфликт этот имеет не только ту сторону, что он кому-то выгоден, он имеет объективные причины, потому что в течение последних между 100 лет, как минимум, national миф, национальный миф азербайджанцев и армян выстраивался вокруг стержня противостояния друг другу. Национальный миф Армении – это борьба против турок, куда включаются азербайджанцы. Естественно, национальный миф Азербайджана, миф Азербайджана, вокруг которого, собственно, выстраивалась новая нация, вот постсоветская, ну и даже советская, это противостояние армянству. Ты знаешь прекрасно ту мифологию, которая есть в Азербайджане на эту тему. Это было не всегда так. Мы можем отмотать ситуацию там, на лет 200-300 назад, и отношения не были враждебными. Ну, собственно, у вас в Тбилиси жил Саят Нова, да, великий армянский поэт, который писал азербайджанский, армянский, грузинский. Да. Вот ситуация, которая сейчас абсолютно не представлена уже последние лет 150. Да. Можно говорить, как эта ситуация возникла, какова роль России, Российской империи в возникновении этого азербайджанского, армяно-турецкого противостояния. Это факт. И то, что конфликт существует, он... Подпитка идет не только из личных каких-то интересов или политических интересов каких-то правящих групп, но потому что это отвечает тому национальному мифу, как он существует, представлению своей нации, как он существует у большей части азербайджанцев и армянцев. То есть большей части азербайджанцев и армян. И это будет иметь своим следствием то, что даже если политические или экономические, коррупционные или объективные экономические предпосылки этого конфликта, они исчезнут, но сам конфликт, скорее всего, будет продолжаться. Большое спасибо за развернутые ответы. Я не хотел тебя перебивать, но сразу же несколько таких последующих вопросов к твоему ответу. Ты сказал фразу «Россия не смогла противостоять
тому, что произошло. То есть, как ты относишься к версии о том, что заранее был сговор Москвы? Сговор, договор, там кто-то его называет вообще Молотов-Риббентроп, Мюнхенский сговор, еще что-то, между Москвой, Баку и Анкарой по поводу того, что вот мы сейчас все быстренько тут порешаем и вот так вот сделаем. Как, вот эта версия, она как бы гуляет по сети, она гуляет даже не просто по сети, она гуляет очень. Некоторые авторитетные эксперты в этом высказываются, что, мол, вот смотрите, вот они договорились, поэтому так и расписали, что, мол, Москва тут как бы едва ли не на главных ролях. Я немножко хочу сделать отступление в области методологии нашей с тобой профессии, методологии, политологии, потому что версии можно ведь набросать сколько угодно. Вопрос заключается в том, какая из версий соответствует документ соответствует правде. А вот это практически никогда знать невозможно, потому что, как ты говоришь, правду мы не узнаем, даже если нам ее скажут. Есть такое очень удачное выражение. Я могу сейчас на коленке набросать 20 возможных вариантов. Никаких фактов, которые позволяют нам выбрать один из этих вариантов, у нас нет. Да? То, что версия действительно такая ходит, но подкрепить ее или опровергнуть какими-то сведениями я не могу. Так? И даже мнениями каких-то инсайдеров, которые эти мнения инсайдеров тоже не являются истинными, но даже их у нас нет. Я думаю, что, скорее всего, вполне можно допустить, что были какие-то, опять же, коррупционные договоренности, но если мы говорим об объективных интересах, вот в отличие от каких-то там событий, которые происходят за закрытыми дверями, которых мы не можем знать. Вот объективные интересы, как политологи, мы с тобой можем вполне объективно их оценивать. То есть с точки зрения объективных интересов это противостояние окончилось поражением Москвы, оно было ей невыгодно. Москва изначально не хотела пускать и никого в этот регион в качестве решающей силы. И в течение какого-то количества лет она, да, могла это делать, держа этот регион исключительно под своим контролем, и все вот эти группы, Франция, Россия, там, Минская группа и так далее, исполняли роль только подтанцовки. А главным игроком, главным режиссером и главным действующим силой была Москва. То, что появилось в Турции, это крах данной концепции, ее кардинальное изменение, и Турция появилась в качестве решающей силы там, в том регионе, который всегда называли мягким подбрюшьем Москвы, мягким подбрюшьем России. В прежнем российском Закавказье появилась Турция, это Закавказье уже никогда не станет российским снова, как минимум турецко-российское. Ну вот смотри, вот еще один момент по поводу господствующей, ты даже фразу сказал, господствующая роль Турции. Насколько она господствующая сейчас на Южном Кавказе? И есть еще одна версия, которую я тебе скажу, которая высказывается армянскими политологами, что, мол, на самом-то деле роль Турции, она сильно преувеличена, ее практически нет, а просто Москва использует эту роль как белый шум, как такой занавес для того, чтобы продвигать свои планы вместе с Азербайджаном. Вот. Я понимаю, что вопросы тебе кажутся странными. Но на странные вопросы нужно отвечать, потому что эти вопросы муссируются, а кому, как не экспертам, опровергать или соглашаться, или говорить, что это маловероятно, или, ну, в общем, не комментировать это. Проблема наша в том, прости, что я немножко углублю, просто я хочу объяснить, почему я это делаю. Проблема наша в том, что мы отвечаем на сложные вопросы, а на простые теории и информационные мемы, которые выдвигаются, на них ответов нет, и люди живут как-то в своей информационной повестке дня. А это, я думаю, не совсем верно. Смотри, давай посмотрим на объективную картину событий. Турция вошла в Закавказье, в Азербайджан, турецкая армия. Наши армянские друзья вообще говорят, что турки воевали на стороне Азербайджана, что, по-видимому, абсолютно не соответствует действительности, но если так, то тем более турецкая армия там есть. Да. Турки показали себя как главная военная сила, турецкое оружие показало свое превосходство над российским вооружением. Опять же, турецкая армия, она практически, если раньше все постсоветские армии, они так или иначе были
под контролем Москвы, офицеры там тренировались, учились оружие, финансы поставились, то теперь азербайджанская армия, она вся обучается в Турции, она вооружена турецким оружием, турецкие генералы принимали участие, турецкие советники, как минимум в планировании этой войны. Опять же, наши армянские друзья говорят, что они вообще командовали, что, опять же, не так. Но если это так, то тем более роль Турции, как я могу говорить. Турция вошла в качестве военной силы на Южный Кавказ, она противостоит российской армии. Российская армия с ней вынуждена считаться. Опять же, экономическое проникновение, которое идет вместе и стоит за военным, его тоже сложно отрицать. Все силы, которые находятся в регионе или какие, которые хотят или захотят в будущем каким-то образом вмешаться в ситуацию в регионе, должны будут обращаться не только в Москву, но и в Анкару, и, может быть, даже скорее в Анкару, чем в Москву. Это, конечно, присутствие Турции сильно усилилось, извините за тавтологию. Вот. Но что Турция хочет конкретно, это нужно спросить Эрдогана. Я не уверен, что он лично еще сформулировал для себя этот вопрос. Да, Турция хочет усиления, и в всяком случае так, Турция получила мощные рычаги влияния, Турция получила то, что она находится физически в этом регионе, турецкая армия продемонстрировала свою мощь, турецкая оборонная промышленность получила прекрасную рекламу и, в общем-то, заслуженную рекламу, но это что? Это увеличение влияния, а Москва все со знаком минус. Антиреклама российскому вооружению, антиреклама российскому влиянию. Россия оказалась не способной еще защитить своего главного союзника. Очень непонятно, зачем этот союзник для Еревана. Рост антироссийских настроений даже в Армении, не говоря уже в другие страны и так далее. И так далее. Ну, понятно, что сейчас Россия не может делать на Южном Кавказе абсолютно все, что она захочет, безнаказанно, как даже она делала в 2008 году. Это, конечно, успех со стороны Турции. Опять же, мы говорим про объективные факты, которые, мне кажется, сложно отрицать. Да, вопрос такой. Авраам, есть много разговоров по поводу участия боевиков в этой войне, в том числе там джихадистов со стороны, на стороне Азербайджана и вообще боевиков. Там были взаимные обвинения, были заявления там, таких людей, как Патрушев, Макрон и так далее. Что про это можно сказать? Смотри, никаких данных, которые подтверждали бы участие боевиков из Ближнего Востока на стороне Азербайджана, у меня нет по личным источникам информации. С другой стороны, об этом действительно говорилось на самом высоком уровне, на уровне руководства Франции, на уровне премьер-министра Франции, на уровне министра иностранных дел России Лаврова, на уровне Патрушева и на уровне достаточно высокопоставленных американских деятелей. Плюс об этом говорили ряд независимых журналистов, приводили достаточно точные цифры. То есть люди, которые, эксперты, которые в других вопросах известны как те, кто дают точную информацию и не врут. Поэтому вопрос остается открытым. Для меня непонятно. Вот смотри, политически, в военном отношении это могло ли это привести в пользу Азербайджану? Или Армении? Кстати, про Армению тоже говорили. В военном отношении? И могло ли это принести пользу политически? Когда мы говорим про боевиков с Ближнего Востока, обычно почему-то говорят только про Азербайджан, но есть еще Армения. А на стороне Армении они участвовали как минимум в лице ближневосточных армян. То есть об этом были достаточно много кадров и в Ютубе, и в армянские блогеры и СМИ писали. То есть боевики армянской национальности из Ближнего Востока воевали на стороне Армении. Почему их не называют экстремистами? Потому что они армяне, они, так сказать, не арабы, не мусульмане. Но вот это такие же боевики, да, они воевали. Вроде бы были данные о том, что часть курдов, как известно, Армения поддерживает хорошие отношения с курдами, также воевали на стороне Армении. Ну, для Армении это может быть понятно, потому что в Армении были проблемы с живой силой, достаточно с подготовкой и так далее. Но вот зачем это нужно было бы Азербайджану и тем более Турции, понять сложно. Потому что с точки зрения боевой ценности этих боевиков ничтожна. Они, ну, во-первых, число, количество их
один из независимых экспертов, который, ну, конечно, известен как человек, который дает правдивую информацию, он, я часто не помню, то ли 2400, то ли 3400 боевиков, по-моему, 2400, которые были переброшены в общей сложности с Ближнего Востока, Турции, на Карабахский фронт. Но это немного, по большому счету, то есть... даже в масштабах той войны это не является решающей силой, тем более боевая их ценность достаточно невелика. Эти люди, которые, опять же, по тем сообщениям, которые были в прессе, просто перебрасывали сразу же, без всякой предварительной подготовки, на театр боевых действий, они не имеют опыта войны в горных условиях, они воевали совершенно в другом театре, в пустыне, там, может быть, в городах, не было никакой предварительной подготовки, боевого слаживания и так далее. То есть владели они исключительно, и в их распоряжении было исключительно легкое стрелковое оружие. Но азербайджанская армия, тем более турецкая армия, не испытывает недостатков подготовленной живой силы, во всяком случае, для того уровня боевых действий, который был в Карабахе. Так что с точки зрения военной, их значение близко к нулю. С точки зрения политической, наоборот, это крайне вредная вещь, потому что и западные страны, и тем более Россия, очень недовольны тем, что джихадисты появляются где-то еще, выходят из Ближнего Востока. Более того, для России, строго говоря, это просто казус белли, повод к войне, потому что официально ведь Россия в Сирии воюет с кем? С международным террористом. Да. Это как признано миром, что это такая цель международной терроризации. Тут международные террористы появляются у практически границ в России. То есть это законный повод с точки зрения международного сообщества, чтобы вмешаться в ход боевых действий. То, что Азербайджан и Турция они создали этот повод для России, говорит о многом. Сейчас я задам вопрос, тоже не удивляйся, пожалуйста. Есть еще версия, что в этой войне участвовала еще одна страна, обеспечивая с воздуха, фактически, радиолокационную борьбу, мягко говоря. И эта страна, может быть, ты догадаешься, кто это? Не догадаюсь. Может, догадаюсь, но скажи. Ты уже догадался? Да, это страна Израиль. Странно. У тебя есть информация по этому поводу? Я скажу, что странно, если бы какой-то значимый конфликт в мире обошелся бы без Израиля и евреев, а тем случае говоря, Каспирова. Это значит, что-то было с нами не так. Смотри, что касается Израиля... Подожди. Без евреев не обходится, но без Израиля вполне. Это разные вещи. Смотри, опять же, у меня информации нет. Как ты понимаешь, я не являюсь директором израильской военной разведки, да, или премьер-министром Израиля. Пока. Вот, ну да. Пока, во всяком случае. Поэтому я, опять же, могу говорить о только тех фактах, которые известны всем, и о тенденциях. То, что между Израилем и Азербайджаном существует союз и отношения очень многоуровневые и строятся на основе общих интересов в очень многих областях, это факт. Значит, что касается Армении, то, например, не так давно, где-то за год до этой войны был тогдашний, как же его, без меня ваше, как его звали, министр обороны Армении совершил визит в Тегеран, и у них был подпис, я читал своими глазами на русском языке, что они заключили соглашение армянское и иранская сторона заключили соглашение о совместном производстве боевых беспилотных аппаратов, которые будут направлены в том числе против Израиля. Это было написано русским языком в коммюнике официальном, который выпустил армянский и иранский МИД. Да. То есть не просто они разрабатывают совместное оружие, но еще вот пункт, что эти будут использоваться для сдерживания агрессии Израиля. Да. Вот, зачем это армянам это нужно? Мы же полными идиотами, что сказать, официально практически объявлять Израилю войну. Да? Но это было написано. Мы, конечно, никаких результатов не видели, в таком случае, если эти беспилотники существуют, то где-то в глубокой тайне, а поле боя они не появились. Но, тем не менее, факт, что такого рода контакты между
Ираном и Арменией, которые официально были направлены против Израиля на уровне официальных документов, вот это факт. И, конечно, Израиль это не может нравиться, классически мы имеем эту, ну, казус белли, опять же, с точки зрения Израиля по отношению к Армении. Так что израильское оружие, да, присутствовало на этой войне. У Израиля с Арменией, с Азербайджаном существует, ну, скажем, как минимум на протяжении 25 лет договора о поставке вооружения, это вооружение идет, обучение кадров и так далее. Могли, насколько глубоко было присутствие Израиля, насколько это было не только вооружение, но и какие-то советники, какие-то, может быть, системы, поддержка. Какие-то системы и так далее, я вам сказать не могу. В израильской прессе, естественно, об этом не говорили, никаких официальных заявлений не было, но это вполне может быть. Это, опять же, если мы посмотрим историю отношений с другими, Израиля с другими странами, то мы там, в течение, после там, какого-то количества лет выясняется, что Израиль, да, был достаточно вовлечен в какие-то конфликты, не знаю, то же самое сомалийско-эфиопская война, которая была в 80-е годы, если ты помнишь такую. Оказывается, там израильские советники сидели в одних окопах с советскими, еще тогда это 80-е годы. Были и другие всякие интересные случаи. Так что не удивлюсь, лет через 15-30 выяснится, что израильские военные были на этом фронте. А может быть и нет. То есть, в принципе, в этом необходимости нет, потому что достаточно современное вооружение, которое поставлялось Азербайджан, страна Израиля, поставлялась совершенно официально. И это поставки вооружения включают в себя и подготовку специалистов местных, то есть азербайджанских, куда это вооружение обслуживают. Так что мы сказать ничего не можем, но это вполне вероятно. Ты знаешь, твой ответ мне напомнил старый одесский анекдот по поводу того, как в Одессу едет театр цыганской песни и посылается телеграмма. Все цыгане. А тут ответ, да, все. Готовьте фаршированную рыбу и яйца. Так что, ну, примерно вот такое. Значит, переходим к Франции, которая визуально очень активна. Макрон очень активен. И что с Францией вообще? У нее есть какой-то ресурс для того, чтобы стать серьезной силой на Южном Кавказе? Последнее заявление посла Франции о том, что Франция готова оказать военную помощь Армении, участвовать в обеспечении ее обороны. Это про что вообще? Это про внутреннюю политику Французской Республики, конечно, про ближайшие выборы. Вот, ресурсы у Франции есть. Теоретически Франция – страна, которая могла бы больше всего иметь влияние на Южном Кавказе. Это и те рычаги влияния, которые у Франции есть в Грузии, о которых мы говорили. Ну, скажи мне, как грузинский политолог, эти рычаги как-то проявляются в Грузии? На самом деле нет. На самом деле не проявляются в том плане, что не проявляются напрямую. Но когда, если мы решим вот эту задачу, вот эту, сложим 2 плюс 2, то есть сложим то, что Франция в какой-то мере выступает в связке с Москвой, а, как говорит мой друг и коллега Владимир Копчак, Макрон выступает иногда аватаром Кремля, то тогда вполне связывается. То есть европейская Грузия, не евроатлантическая Грузия, а европейская Грузия, франкофонская Грузия вполне себе устраивает Москву. Вот в этом плане, вот в эту сторону да. А вот так вот явно нет. Если сказать то, что ты сказал другими словами, Франция решает на Кавказе, в Грузии в данном случае какие-то тактические задачи, а стратегических задач у нее нет. Конечно. Вот. То же самое происходит и в Армении. Учитывая еще факты внутренней политики Франции, которую я сказал, армянская диаспора, которая достаточно влиятельна во Франции с точки зрения как избиратели и финансово. Поэтому французское правительство всегда вынуждено с ней считаться. Вот. Но, опять же, стратегических каких-то задач у Франции на Южном Кавказе нет. Во всяком случае, они никак не заявлены. Это даже немножко обидно.
с точки зрения чистого искусства политологии, чистого искусства политики, страна, которая имеет великолепные, мощнейшие рычаги, которая могла бы просто перевернуть Южный Кавказ, эти рычаги никак не использует. Влияние, мощнейшее влияние Франции на потенциальное влияние на политическую Грузию. Ну, когда у тебя президент страны, кадровый диплом, французский дипломат, да, когда финансовые интересы главного, так сказать, держателя Грузии во многом смысле завязаны на Франции и так далее, и так далее. То есть можно было бы развить все это, и Франция имеет хорошую историю проникновения на Кавказ, репутацию и так далее. Не, можно было бы очень сильно влиять, если бы она хотела. Другие страны, которые не имеют таких рычагов, мечтают их получить и борются за то, чтобы выстроить такую систему, которую Франция имеет, совершенно не использует. То же самое касается и в Армении. Армянская политика в Париже – это чисто реактивная политика. Она реагирует на какие-то раздражители, и эти раздражители, почему не всегда находятся на Кавказе, но на самой Франции. То есть если Запад захочет в лице Америки активно отколоть Армению от России, тогда Франция была бы незаменима в данном случае. Но такого желания у Запада абсолютно не просматривается. Такое желание есть, конечно, у Турции, потому что тот турецко-азербайджано-армянский договор, который продвигает Алиев, Эрдоган, о котором много говорят сейчас, он, конечно, способствовал, привел бы тому, что Турция и Азербайджан стали бы играть ведущую роль и в армянской политике, на самом деле, вот заменив Россию. Но вот и если бы Запад был реально заинтересован в том, что появилась европейская Армения, то да, это был бы прекрасный интерес, такой турецко-французские рычаги влияния. Но Запад абсолютно в этом не заинтересован. Это нужно отдавать себе отчет. Может, Грузия даже не понимает, говорят, что есть поддержка Запада. И в Украине, кстати, тоже. Что Запад, что такое? Запад ничего не хочет. Запад хочет, чтобы его оставили в покое. На самом деле, если в каком-то регионе не будет прямой угрозы западным интересам, то Запад никуда вмешиваться не будет. Даже если такая угроза будет, мы видим события последних десятилетий, неоднократно это проявлялось, и то Запад будет очень тормозить, так сказать, с реакцией. Вот, так что, возвращаясь к вопросу, есть влияние, есть возможности, потенциальное влияние, есть какое-то культурное влияние, есть возможности вмешаться в ситуацию, но нет абсолютно желания. Никак это желание не проявляется. Аврам, ну и, конечно, Британия. Та самая Британия, туманный Альбион, все окутано туманом, 5 o'clock, что называется, и так далее. Что у нас по Британии? Потому что, ну, очень много мифов, и мифологии, и догадок, и теорий по поводу того, что вообще Британия правит морями, и не только морями, и вообще чуть ли не все нити ведут в Лондон. Что у тебя по этому поводу? Ну, если говорить про факты, а не про конспирологию, то мы ничего не видим, ничего не знаем. Никаких фактов у нас нет. Более того, никаких побудительных мотивов для того, чтобы Британии использовать эту свою страшную шпионскую сеть влияния, этих таинственных Джеймс Бондов, которые сидят в каждом углу, в каждой, так сказать, бочке, являются затычкой и правят миром. Никаких причин для этого Британии есть. У Британии действительно, давайте говорить, что есть на самом деле. Британия мощная страна, действительно, у нее хорошие спецслужбы, хорошая армия с добрыми традициями. Вот. У нее мощная достаточно финансовая система, которая имеет влияние на многие процессы, происходящие в экономике мира, у нее традиции управления, но это, конечно, не мировой лидер. Все-таки, если отвлечь от конспирологических теорий. И главное, что Британия действительно может вмешиваться и вмешивается в какие-то процессы, которые затрагивают ее жизненно важные интересы. Никаких жизненно важных интересов Британии на Южном Кавказе нет, которые оправдали бы такое вмешательство. Вот, то есть политика Британии в других регионах, скажем так, во многом, если это не касается интересов самой Британии, то во многом у нас следует форматы американской политики или общезападной.
Да? Никакой, как мы уже говорили, американской общезападной политики на Южном Кавказе не просматривается. Никаких интересов, которые были бы жизненно важны для Британии, на Южном Кавказе также не просматривается. Никаких конфликтов с силами, которые были бы действительно враждебны Британии, и Британия могла бы воевать, сказать, с ними на чужой территории, на Южном Кавказе, также нету. Поэтому я думаю, что роль Британии сводится к тому, что она не играет никакой активной роли. Теоретически, если она захочет, может ее играть, но пока такого желания у нее нет, по чисто объективным причинам. Ты понимаешь просто то, что я примерно представляю, откуда растут ноги у этих теорий. Например, то, что нынешний директор МИ-6 – это бывший посол в Турции, это друг, как говорят, Эрдогана. Ну и так далее. Но вот это все, это как это знаю, это знаю, он должен где-то быть. Был послом не в Турции, а в Уганде, был бы другом не Эрдогана, а там, президента Австралии. Ну что бы это изменило? Должна быть какая-то карьера. То есть у Британии действительно есть хорошее понимание того, что происходит. В Турции, опять же, Турция – это все-таки не Южный Кавказ, да? Понимаете? У Британии есть какие-то экономические интересы, опять же, в Турции, не на Южном Кавказе. И у нее есть хороший инструментарий вмешаться в события, которые происходят практически в любом уголке планеты, среди британского руководства, среди британского истеблишмента, военного, разведывательного, дипломатического. Есть достаточно много людей, которые являются личными друзьями того или иного, сказать, местного правителя, владеют тем или иным местным языком. Кстати, могу этого перечислить. Например, руководитель Джинстаун Фундейшн, американский, это think tank, английский CEO, как раньше говорили, в этом случае достаточно влиятельный, Глен Ховард, он, например, знает турецкий язык, женат на турчанке, но это не значит, что мы сейчас строим космологические теории помешательства США в этом регионе. То же самое и здесь. У Турции есть инструментарий, у Турции есть понимание ситуации, это понимание, конечно, будет использоваться, вот, но в первую очередь это касается Турции. Каких-то жизненных интересов на Южном Кавказе у Британии пока нет, но, во всяком случае, нам об этом неизвестно. Ну да, пока не просматривается, что называется. Ну, пожалуй... А то еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, жителям Южного Кавказа это не очень даже приятно, но главное, что хочет Запад от вас, чтобы его Запад оставили в покое, чтобы здесь ничего не происходило. Если мы посмотрим азербайджано-армянский конфликт вокруг Карабаха, то ведь на словах, конечно, Запад признавал территориальную целостность Азербайджана, что Карабах – это Азербайджан и так далее. Но, с другой стороны, Запад требовал от Азербайджана соблюдения статус-кво, чтобы воздерживаться от каких-либо силовых действий по возвращению Карабаха. То есть это было практически требование Запада к Азербайджану. То же самое, кстати, касается и Грузии. На словах, конечно, Запад говорит о территориальной ценности Грузии, что Южная Осетия, Абхазия – часть Грузии, даже регулярно эти вопросы ставятся на голосование в ООН, но о никаком силовом решении при этом речи не может идти. Мы не затронули одну страну, но я думаю, вот есть смысл ее затрагивать. Мы ничего не сказали про Иран, потому что Иран в данном случае... Зря мы ничего не сказали про Иран. Зря? Иран, конечно, это... Да. Иран – это игрок в этом регионе. Мы немножко говорили про Иран, говоря про ирано-армянское сотрудничество, которое направлено против Израиля, помнишь, да? В этом смысле, кстати, Грузия выгодно отличается от Армении, потому что у Грузии тоже достаточно хорошие отношения с Ираном, экономические, политические. При этом Грузия как-то умудряется построить свою политику так, чтобы эти отношения не выглядели односторонними, что они не, скажем так, не дружит с Ираном за счет Израиля, за счет Запада. Она поддерживает нормальные отношения с Ираном, при этом совершенно не в ущерб своих отношений с Израилем, с Америкой или с Западной Европой, что Армения сделать не смогла. Вот Иран заинтересован в экспорте исламской революции, что он активно сейчас пытается делать
в Сирии, в других частях мира. Он использовал Армению во многом как свою тыловую базу, в частности, для производства вооружения. Тот эпизод с разработкой беспилотников, направленных, согласно официальному армяно-иранскому коммюнике, против Израиля. Да. Это не единственный эпизод, были еще какие-то, есть какие-то еще эпизоды, когда иранцы пытались использовать остатки советского военно-промышленного комплекса, которые еще сохранились в Армении. Вот. В Грузии, повторяю, это не так. Но Иран достаточно активен в внешней политике. То, что его сдерживает на Южном Кавказе, это две вещи. Первое, он не хочет все-таки ссориться с Россией, потому что с Россией у него достаточно много других точек соприкосновения. Второе, это Турция, потому что отношения Турции и отношения Ирана очень-очень непростые. С одной стороны, между ними есть сотрудничество в экономической области. Помнишь историю с Халкбанк, банком Турции, который находится впоследствии в США по обвинению в том, что турки помогали Ирану обходить экономические санкции там, на многие миллиарды долларов. Да, следствие, которое идет сейчас в США, началось при Трампе еще, может, даже раньше теперь. С другой стороны, есть также сотрудничество на уровне идеологическом. Скажем, несколько месяцев назад было подписано соглашение, как они не помню, точно называются, скажем, Министерство религии Ирана и соответствующие структуры Турции об совместном исламском образовании. Это очень, на самом деле, большой важный ход, который остался незамеченным. То есть шииты и сунниты, они совместно занимаются исламским образованием во внешнем мире. То есть это важная вещь, да. Способ говорит о том, что позиции именно такого религиозного истеблишмента сближаются. С другой стороны, у Турции и Ирана есть достаточно много противоречий. И это такой, пока между ними происходит такой ритуальный танец, знаешь, двух каких-нибудь тигров, которые, вот, или там котов, которые пока не дерутся, но вот готовы к схватке. Вот, ну, обострять отношения с Турцией за Южного Кавказа Иран не хочет. С другой стороны, у Ирана есть давние отношения с Арменией, о которых мы говорили, практически отношения военного союза. Есть армянская диаспора, которая, конечно, не влияет прямо, не имеет рычагов влияния на иранское руководство, но которая, несомненно, используется ксиром, как корпусу стражи исламской революции, ее потенциал для каких-то своих операций. Да. Вот. И есть еще проблема иранских азербайджанцев. Иранцев и азербайджанского происхождения, тут граждан Ирана азербайджанского происхождения, порядка трети населения страны, примерно говоря, да, включая, знаете, верховного лидера Ирана Аятолла Хомейни, он также является азербайджанцем по происхождению. Но среди азербайджанцев есть достаточно мощное течение, которое хочет какой-то независимости, больше автономии Азербайджана внутри Ирана, говорит о преследовании азербайджанцев, азербайджанского языка, культуры и так далее. И в этом смысле, с одной стороны, Иран вынужден прислушиваться к этому мнению и не проводить явно проармянскую политику, которую он проводил все время. С другой стороны, он действительно проводит эту политику проармянскую, поэтому есть такой очаг напряженности. Поэтому, скажем так, Азербайджан пока не заинтересован в том, чтобы вмешиваться в качестве какого-то активного игрока, происходящего на Южном Кавказе, но пытаются использовать это в своих интересах, в том числе пытались, вот, иранский бизнес пытался, мы, и действительно существует, это он присутствует в армянской экономике, они каким-то образом присутствовали даже в Карабахе. Вот. То есть это потенциально начать напряженности, которые существуют. Южный Кавказ, особенно в лице Армении, это то окно, которое Иран использует для частичного обхода санкций, в этом смысле он тоже для него важен. И любое серьезное противостояние между армянами и Азербайджаном потенциально является проблемой для Ирана из-за большой азербайджанской, даже не сказать диаспоры, исконно азербайджанские земли, в которых живут иранские азербайджанцы, и большой армянской диаспоры, которая тоже присутствует.
Что ж, огромное спасибо, Аврам, за очень интересную беседу. На самом-то деле, жаль, что у нас уже совсем не осталось времени, но я думаю, что мы продолжим в разных аспектах обсуждать ситуацию на Южном Кавказе. Почему? Потому что Южный Кавказ – это большой Ближний Восток, я думаю, согласен, и поэтому мы тоже интегральная часть всего того, что происходит на Ближнем Востоке. Да, слушайте, я об этом давно писал, и очень даже с моей статьи на эту тему, что Азербайджан, это моей статьи на эту тему, что Кавказ – это большой Ближний Восток. Да, действительно, Кавказ – это часть большого Ближнего Востока. Кстати, один из первых я об этом написал, и после моей статьи на эту тему пришло даже несколько конференций, и была, в общем, идея, к счастью, становится частью этого общественного мнения. Потому что действительно, Кавказ – это часть большого Ближнего Востока. Great Middle East, как это всегда воспринималось в географии, геополитике, то, что произошло в 1917 году, железный занавес отсек Кавказ, Южный Кавказ и Северный Кавказ от своего естественного продолжения, от Большого Ближнего Востока, но теперь занавес на наших глазах последние остатки развалились, и я думаю, что связи между Кавказом и остальной частью Большого Ближнего Востока будут укрепляться, и будет, соответственно, укрепляться влияние, которое события на Ближнем Востоке оказывают на Кавказ, и на Южный Кавказ, и на Северный. И наоборот, это тоже уже происходит, события, которые происходят на Кавказе, будут отдаваться на всем Большом Ближнем Востоке, и в Иерусалиме, и в Анкаре, и в Тегеране, и в Багдаде. Огромное спасибо за очень интересную беседу. Всего доброго и до новых встреч.